Всем привет, с вами Ник Фрост, добро пожаловать в Resident Evil Revelations. Возможно, удастся нормально поиграть, хотя, когда у меня кто-нибудь дома, то о нормальной игре можно и не мечтать, но я попытаюсь. Так, там то ли миссия 1 у меня закончилась. Эпизод номер 2, двойная тайна. Ну, продолжить, типа. Загрузка. Previously on Resident Evil Revelations. Нифига себе. Lost contact with Chris and Jessica. Как сериал прям. Queen's Anomia. Right here on this ship. No signs of life, but I feel like something's here. I think it's a gun. Where are you, Chris? What is this? А, на этом закончилась и демка, и игра. Первая глава. Я, кстати, сделал себе немного погромче, чтобы было чуть лучше слышно. Обычно у меня в системе громкость 50%, но здесь 60%. Двойная тайна. Ух ты, ё, и эпизод 2, и тайна двойная. Все у нас на цифру двоечка указывает. Так, сейчас, возможно, будет небольшой скрип. Тихонько, тихонько, тихонько. Так, это я свою подставочку для ног подвинул. Горы в Европе. Не понял, походу, наверное, мы не за них будем играть. Что это за прикид у тебя, как для гор? А, Джессика не блондинка? Слышь, ноги отваливаются. Ты в шортах, блин? В таком дубаре? Чё, прикол, блин? Конечно, одежда, блин. Вау, Джессика. Няшно. Так, E и Q у нас переключают. Дрободан. Или пистолет. Давайте глянем, что у нас есть. У нас есть лекарственная какая-то хрень. Патроны. Какие-то ключики. И типа F4, типа карта. Ну, это типичное мое поведение. Да, я всегда бегу не туда, куда надо. Ну, это нормально. Просто во многих играх всякие пасхалки, секреты и тому подобное. И если есть такая легкая возможность ее достать, то почему бы и нет? Гля, как только в сторону, он замедляется. То есть прямо бежит, а только начинаешь стрейфиться, начинается фигня. Чё, снайпа? Вот это Джессика, да? Ничего не знаю Джессики, кроме того, что она дура. Какие-то, блин, лосины. И, блин, а сверху на них шорты, ну это пипец, ну ладно. Хотя бы Крис нормально одет, даже в шапочке. Возьмем пистолет, так как надеемся, что его мощи нам хватит. Она прикалывается. Карта не работает, она реально несет. Да, это самолет, да, он разбился, блин, нафига это озвучивать? Так, а что у нас, пробел, резкий разворот? О, скролл тоже меняет. Метери Q и скролл. А что там среднее? На среднюю, по-моему, я ничего не выставил. 1, 2, 3, 4, 5 тоже не... О, так близко самолет, тю. Да ладно, F. Да, раньше было пробел. Ну ничего. Ему ведь с этой фигатой ходить прям. Не отпускай ее. Патрончики.
И еще патрончики. Ух ты. На этой миссии будет представлен новый прототип. Все участники должны быть крайне осторожны. Во время погрузки особого прототипа помощник должен следовать инструкции от и до. При чрезвычайной ситуации следовать указаниям. А мне интересно, что так мало текста на экране? После активации возможностей прототипа контролировать их будет невозможно. Типа можно контролировать, но в то же время поведение нельзя предугадать. Когда прототип вас всех убьет, свяжитесь с компанией. Так, я в трейлере волков видел. Лет 5 назад. Жду. Сколько юный исследователь. Спасибо за эту штуковину. Я с ней и буду ходить. Вот так можно? Туды. Чё ты кипишишь? На нем генезис. Находка. План полета. Опа-опа. Да ну нахер, должны дать подсказку, их еще нельзя почитать. Тип полета, дозаправка в воздухе, опознавательный индекс LA, ну то есть летательного аппарата, тра-та-та-та-та, C-130, какая-то модификация, 130, короче, 1306. Тра-та-та-та-та, понятно, ничего полезного в вашем плане вообще нет. Джессика, значит, Джессика не блондинка. И убили тогда не Джессику. Своим оружием? Ничего себе. Да, уже не лезут патроны, я тут нагреб столько. Уч. Так, что это у меня снова дробаш? Так, Джессика, задача такая, использовать пистолет. А ты что, со мной не идешь? Follow me. А, погоди, там же ж есть. Секундочку, там где-то в управлении было, типа, следуй за мной и все такое. Так. Так, шоковые гранаты. О, F5, F6, F7, F8. Ни черта себе. F5 вперед. F7 ждать. Так, follow me. Да блин. Не, нифига. Странно. Jessica, I need a hand. Hold on. Где ты там лазишь, блин? Что еще за Джессика? Блин, можно за Джессику поиграть? Если враг находится в ступоре. This cave is too cold. You should have worn your thermal underwear. А ну, детка, я посмотрю. А ну-ка, одень свое термобелье, а мы позырим. А вот и волки. Не-а. Тебе показалось. Даже не знаю, с чего их легче гасить. С дробаша! Хьюстон, у нас проблема, волки исчезают. Как я их должен сканить после такого? Прикол. Так, налево или направо? Вот в чем вопрос.
То есть карта пока еще не рисуется. Ну ладно. А, хотя хули я тебя убиваю. Сейчас можно посканить. Но, походу, сильно далеко. Так, спрыгну. То есть тут два варианта. Либо так, да? Ну, мы оба проверим. Тут, кстати, где-то патроны должны быть. Не сказал бы я, что прям уж слишком громко стало. Камера, конечно, не камера, а карта туповато, конечно, сделана. Странно. Странное явление. Ладно. Я знал, что так будет. Питер. Клята долбаная собака. Да ты, блин. Сканируем, блин. Я же должен как-то вас засканить. Прикольно. Биоловушка, вспомогательное оружие типа гранаты. При касании земли издает уникальный звук, приманивающий врагов. А затем бах! Уничтожая все в непосредственной близости при правильном применении очень эффективно. Да? Окей. Хочу наверх. Так, это биоловушка у нас на какой? На цифре 3. Сканируем собаку. Я промахнулся. Вчера себе как ты так сделал. Пух, пух, пух. 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 Сколько разошелся. Лови фашист гранату. Патроны для... Да блин, камера, что с тобой? Патроны для дробовика. Бух, нихера. Я знал, что это аптечка. I knew. Так, все, идем. О, еще одна. Эх, комбинировать можно как-то? Нет. So, Jill, was it? Was what? Stay focused. She was your partner before, right? Yeah, my partner from before. What about it? I was, you know, just asking. А что такое? Ревнуешь? Мы жил почти как... Я даже не знаю, как это называть. Но мы типа друзья. Типа. Блять.
Блин, во время сохранения так камеру крутануло и назад развернулся. Ого, ты, блин, коняка прыгаешь. Вот у новость. Ну, волчики, братики. Чё на, блядь, вставай. Блин, Николай, что ты сделал? Лобыська! Ах ты ж педрила, блядь. А можно нас посканировать? Да вставай, блин! У меня, блин, ловушки закончились. А, блин, сканить нельзя. О, привет, собака. Ну, вставай уже, я не знаю. Что ты, Джессика, блин, куда ты там смотришь? Меня тут жрут. Как хера себе у вас тут? Релот. О, пришла, блин. Ну, Джессика, ёпта, ты, блядь, прикрываешь меня или нет? Джесс, спасибо. Офигенно, блин. Do you trust me as much as Jill? There's no need to compare. I trust you both. Besides, trust is built through actions, not words. That's so like you, Chris. It's always about the job, isn't it? А ты что, запала на него, да? Будешь доверять мне как к ней? А не будешь, я, сука, блин, не приду к тебе на помощь. Конечно, буду, я вам всем доверяю. Я девушек люблю. Сколько у меня осталось патронов? 13 штук, нифига себе. Я бы сказал, что это было потно, но ни хрена. Сам лезет. Представляете, порт, блин, 3DS. На ПК. До чего дошли технологии? Так, а ты того, термобелье оденешь, не? Я бы посмотрел, я помог тебе. Вау, это типа HDR, да? Какой у тебя монокль, блин? This is Forkball. Do you read? Chris here. I read you, sir. Are you all right? Where are you? The interference here killed our signals. We're at Valcoyne and Mach Airport. Damn it. It's all a setup. What do you mean? I sent Jill and Parker to the Mediterranean on faulty intel, and now I've lost contact with them. I haven't heard from them since. Hell, what's going on? Chris. То есть Криса там нет на корабле. Я думал, это события ранее происходили, а это параллельно. Crest. Then stories of their resurrection are true, if that's the case.
place then. Then the setup that got Jill and Parker, it was all... Yeah, I'd almost guarantee it. O'Brien, we'll go after Jill and Parker. I hope that's not a problem. Not at all. Make your way to the Mediterranean and we'll keep you posted. Any idea what's going on? We'll sort it out later. We have to move. Это что, это глава или что? Да не, по идее, это не глава, это какая-то часть. Ну, как это оно подпишет? Эпизод 2. Так, братишки, я же продолжу, но... Возможно, здесь наш ролик прервется. Как обычно, Николай ничего не знает наперед. Ладно, пока, если вдруг здесь я решу разрезать ролик.